Хороший день, чтобы умереть, ребята. Ну, лучше, чтобы победить. Я думаю, вы со мной все согласитесь. Дорогие друзья, я вас всех приветствую. С вами снова Римас. Мы продолжаем прохождение Аттилы Total War за славян. Мнения разделились. Некоторые говорят, Римас атакуй. Некоторые говорят, Римас отступи. Ну, в общем, короче, там жесткие перепалки пошли. Давайте посмотрим, получится ли у нас вообще провести бой. Да, я думаю, вы, наверное, уже догадались. Мы будем делать бой, ребята. Принимаем бой, поехали. Мы, к сожалению, не будем находиться у себя. Именно вот в крепости, которую мы заняли. Ну, не крепость, это лагерь, да? Мы будем перекрывать два входа. То есть у нас здесь есть один вход, здесь вот река проходит. И второй вход здесь вот проходит, да? Я не знаю, вот у нас сколько тут. Я думаю, мы можем разделить три отряда этих бойцов сюда отправить. Четыре отряда сюда и так далее. О, тем более у нас зима. Какая красота, господа, вы посмотрите. Так, у нас еще 4 неразмещенных объектов. Мы, кстати, сможем своими сооружениями их просто заблокировать, этих ребятишек. Интересно, а как это будет вообще выглядеть? Тем более у нас здесь сам, ёпта, царь Владислав находится. Если мы его потеряем, я представляю, что будет в комментариях. Ай, Римас, ты такой, ты сякой. Ладно. Вот, знаете, вот какого хера я не могу вот сюда их расставить? Вот это что такое, ребята? Как это назвать? Ладно, ставим сюда лучников тогда. Вот сюда, по всей видимости, на них конница пойдет. Оставляем здесь топорников. Вот здесь вот их прячем прямо вот сюда вот. По всей видимости, нас тоже будут расстреливать. Копейщиков, два отряда. Смотрите, да, давайте так лучше сделаем. Этих бойцов, этих и этих. Отправляем сюда под номером 1. Вот так вот. Так. Так, одни готовы, да? У нас вообще много бойцов, которых мы можем использовать для блокировки этих бомжей, да? И давайте вот сюда вот, наверное, выставим. Ну, на всякий случай. Самое главное свою. А у нас нету конницы, в принципе, нам можно и не бояться. И этих бойцов отправляем сюда. Warriors, read for blood. Так, полковой будет находиться здесь. Рядом со своими бойцами и... Ну что ж, я не знаю. Надеюсь, ребятки, я надеюсь, что у нас все получится. Надеюсь. Ладно, вот здесь вот тогда поставим вот сюда вот. Ну что ж, пошла атака. Поехали. Так, лучники к нам продвигаются. Топорников оставляем там. Враг тем более получил подкрепление. Если это подкрепление приходит сзади, ну, навряд ли это получится, конечно. И давайте вот этих бойцов тоже все-таки отправим сюда. Давайте один отряд я все-таки сюда вышлю. Они там все. Они там все, ребята, они там все. Давайте бежим, 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 бежим. Держим катку и здесь бежим. Так, нас уже обстреливают. А, интересно, где будут подкрепления? Давайте назад, назад, назад. Своим полководцем сюда, обратно. Обратно, чтобы было всем приятно. Нас обстреливают. Они вроде бы не двигаются. У нас, в принципе, хороший шанс убить их. Именно здесь. Правда, я не вижу полководца. Вражеского. Если он пойдет с этой стороны, то нам конец. Все-таки я один отряд пока оставлю здесь. Один отряд пока здесь оставляем. А, вот у них полковой. Все нормально. Подкрепление я пока их не вижу. Так. Прекрасно, у нас вообще запись идет. Нет, давайте проверю. Да, да, идет, идет. Запись, все прекрасно. Бойцы, сегодня наш день. Вы должны затащить эту каточку. Вы меня слышите, бойцы? Стена щитов. Встали. Молодцы. Ждем. Ждем бомжей. Можем их пока начинать обстреливать. Они что там делают-то? Кстати, вот этих вот топорников можно, можно обстрелять. Какая засада? Здесь нет засады. Что ты тут херачишь? Стоим. Стоим, бойцы. Мы не достаем, я так понимаю, да?
А нет, достаем, нормально. Так, топорников отправляем вот сюда. Давайте, 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 давайте. Так, у них есть конница вот с этой стороны, да? Вроде бы оттуда ничего не идет, никто не идет. Держим катку, держим катку. Отравляющие стрелы пошли. Это просто шикардош. Отравляем, отравляем их. Души их мотал, всех отравляем. Пошла жарища. Стоим, ребята. Стоим. Догоняем. Лучников обратно, 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 обратно лучников. Как-то они просочились мимо нас, да? Назад лучников. Ну давай, где отрубленные головы, ребята? Во! Во! Вот это другое дело. Твою ж налево. Какие же у нас жесткие топорники, ребятки. Это просто жесть. Так, мы там каточку держим, держим. Стреляем вот, вот сюда, вот этих. Стоп, топорники. Топорники, топорники. Давайте сейчас своих топорников сейчас сюда отправим. Так, мы этих вроде бы шатнули. Хорошо. Продвигаем сюда. Сюда, 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 сюда. Наша засада обнаружена. Так, все, добиваем. Вот это же, ребята, это называется атака со фланга. Молот и наковальня, ну почти, можно сказать, да? Просто, блин, мы как их нубасов прям. Каточку-то выигрываем потихонечку. Там еще, кстати, эти бойцы. Мне бы убить вражеского генерала, ребята, это было просто шикардосно. Нашего полководца сюда отправляем. Походу, полководец сейчас попытается обстрелять этих бойцов. Чуть-чуть продвигаем вперед. Так, лучники. Лучники атакуют вражеских топорников. Ну что ж, поехали. Хорош, 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 хорош. Ребята, тактически, планомерно делаем атаки, контратаки. Пытаемся их добить. Топорников мы с вами обстреливаем. Это хорошо. Топорники, кстати, нас окружают. Можно, в принципе, копеечку отправить на вражеских топорников. Атакуем. Так, наших топорников перехватили. Давайте вот так вот сюда, с этой стороны пойдем. Отправляем всех бойцов сюда. Так, лучников. Лучники, лучники, вы, наверное, пока не стреляете. Давайте сейчас вот тама очень много, давайте пока что не будем стрелять. Нам надо решить эту проблему. Тем более, нас отравляют. Пугаем. Да, видите, наших топорников просто шатнули. Полный позор. 23 бойца, 23 бойца, господа. Бьем, 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 бьем. Отравляющие стрелы просто делают свои дела. Так, хорошо, мы здесь разбили каточку. Отличненько. Самое главное, блин, ну они сейчас вернутся. Так, все, эти убегают. Так, ну что, на добивание что будем делать-то? Блин, эти сейчас... Так, назад, назад, назад. Полководца тоже назад. Сейчас нас жестко будут обстреливать. У меня, кстати, для них еще есть ядерное оружие, ребята. Да, именно ядерное оружие. Мы, у нас, знаешь, какие застрельщики жесткие, вот эти вот копьеметатели. Так, назад, 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 дебилы, назад. Держим каточку здесь. Вы, можете чуть-чуть продвинуться вперед. Вы, ребятки, пойдете вот в эту сторону. А вы, ребятки, пойдете вот в эту сторону. Так, отравляем, 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 отравляем. Стреляем сюда. Так, конница уже врывается к нам. Стена щитов. Хорош! Стоим, господа, стоим. Стена щитов. Просто стоим и держимся. Держим катку. Держим катку. Пытаются прорвать нашу оборону. Здесь, кстати, возможно, уже прорвется эта оборона. Они уже пускают всех своих бойцов. Их подкрепление уже подошло. Давайте тогда своих топориков отправим вот в самый-самый жесткий. И нашего полководца чуть-чуть поближе выдвинем.
Ну что ж, нам надо кого-то стрелять. А вот, 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 мечников, мечников, мечников. Стреляем, 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 стреляем. Так, толпняк здесь жесткий. Получается. Хорош, отравляющие стрелы, просто делай свое дело. Атакуем, 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 атакуем. Стреляем, стреляем, стреляем. Так, как вообще копья, нормально долетают или нет? Не так уж эффективно, но в принципе пойдет. Вот это жестяк. Так, что у нас получается? Катку, катку мы здесь, ребятки, не выдерживаем. Отправляем всех бойцов сюда. Жестяк просто. Просто жестяк. Бойцы сюда пошли. Лучники пока что с этой стороны будут обстреливать. Тут их тут бомжи. Атакуем. Блин, нашего царя самое главное, чтобы не убили. Там одни застрельщики, твою же налево. Стреляем, 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 стреляем. Да, 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 хорош застрел, просто молодца. Блин, аж ФПСик прям радуется, да? Видите, да, ребят? Так, наши топорники уже отступают. Ладно, полководца сюда. Пугаем этих бомжей. Ну должны, да они должны сбежать. Они должны сбежать. Мы должны удержать эту гребаную катку. Ребята, мы ее держим. Бонусата, работают наши. Стреляем, стреляем, стреляем. Они снова идут в бой. Бегите, вашу мать, бегите. Я думаю, мы сможем еще наемников нанять в следующем ходу, если мы, конечно, выиграем и добьем эти две армии. Кто там бежит? Ребята, не бегите. Ну что, подключаем тогда своего полководца. Поехали. Давай, Владислав, покажи им кузькую мать, ёптать. Давай, 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 братан, ты сможешь. Самое главное, не умри. Умрешь, все, это будет пипец полный. Давай, до свидания, ёптать. Вот это жестяк. Так нас там жестко тоже обстреливают. А ладно. Ребята, это победа. Это победа. Планомерная атака, ребята. Контратака. Мы просто, просто их разорвали. К чертовой бабушке. Догоняем всех. Всех догнать, всех. Всех догнать. Так, самое главное теперь. Опа. У нас проблемки, там баллиста к нам идет. Стреляем, стреляем, стреляем по этим бомжам. Отравляем, отравляем их стрелами, всеми, всеми делами. Самое главное, чтобы наши полководцы теперь не убили. Вот это жестяк. Многие спрашивают, как я убираю интерфейс. Ребята, клавиши К, английская, убрать интерфейс. Чтобы вот так вот смотреть. И вот среднюю кнопку мыши вот так вот управляю этим делом. Ну и там WSD и так далее. Да хорошо. Так, у нас проблемы, у нас могут... Так, ладно, полководца пока что отступаем. Добьем этих бомжей, они пытаются нашего полководца убить. Всех сюда, всех сюда. Отравляем этих бомжей. Они как отравляются-то, нормально? Отравляющие стрелы, в принципе, должны нормально затащить это дело. У нас, к сожалению, нету свистящих, пердящих стрел. Полководца своего отправляем сюда. Вот это жестяк. Вот это я понимаю. Так, бойцы, давайте, давайте. Там, кстати, еще один второй полководец, так что нельзя нам расслабляться. Да хорошо. Бойцы сюда стреляем. Вот по этим бомжам. Они по нам стреляют жестко. Осталось немного, немного. Немного осталось, господа, немного. Keep it up, man. Keep it.
Стоим. Стоим, катку держим. Защита стрел, ставим. Стоим, держим катку. Так, и стреляем по вражескому полководцу, отравляем его. Люди бросают оружие и бегут с поля боя. Так, ну что ж, нам придется убить еще одного полководца, да, это его подкрепление. Они истощены, кстати. Как нас жестко обстреливают, блин, сейчас бы конницу сюда, господа. Давай, до свидания, ёптать. Так, они нас чарджают. Поехали, окружаем их с этой стороны. Полководца чуть назад. Вперед, вернее, продвигаем. Я окружаю вражеского полководца. Давайте этих пока что. Пошли! Так, окружаем полководца. Все на полководца, все на полководца. Кроме лучников. Давай, 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 ребятки, вы сможете, охереть, обалдеть, просто жесть. По нам, что баллисты начинают работать. Это, ребята, первая победа, походу, будет. Либо поражение, я не знаю, посмотрим сейчас, как это произойдет. Так, все, бойцы. Бойцы. Вот сюда. Блин, жесть. Мы должны баллисту разбить. Ребята, давайте на баллисту. На баллисту, на баллисту. Мы что, какие-то ссанных застрельщиков, метателей германских не можем убить? Вы что делаете, ребята? Давайте быстрее. Твою мать, они же нас сейчас расстреляют все. Я понял, полководца назад отодвигаем. Давай быстрее, давай быстрее, давай быстрее. Блин, генерала самое главное, чтобы не убили. Назад, 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 назад. Все, догоняем, догоняем, сука, этих. Они убегают, это победа. Немного, и победа наша. Фух, я-то думал, все, уже катку, ребята, я думал, мы катку проиграли. Так, мы этих бомжей, к сожалению, не сможем поймать. Хотя, все возможно. Давайте сейчас быстренько ускорим это время. Посмотрим. Блин, потная катка. Потная катка. Вот посмотри, у меня аж прям лагает жестко из-за этих трупов. Посмотрите, сколько тут. Это просто жесть. Это кровавая река, ребята. Река из крови. Жестяк просто. Ну а ремесленок молодец, он сохранил своего полководца. Не потерял его. Да, мы их догоняем. 92. Что-то мы прям их не так хорошо убиваем, если честно. 79, 78 уже. 66, 64. Эх, сейчас бы сюда конницу. Нам надо такую конницу, ребятки, собрать, чтобы просто все просто ахали-охали. Наемные германские охотники. Жесткие ребятки тоже, кстати. Они в лесах очень хорошо. Да они вообще даже в поле могут спрятаться. Насколько я помню. 23 бойца. Держим мы баллису. Захватим, нет? Надеюсь, мы захватим. Хотя давайте их сломаем. А, они туда побежали, да? Ладно, нам надо было их убить. Ну, конечно, нелогично получается. Наемные германские охотники. Видите, одни охотники у них. Лучников очень много. Нам надо тоже, кстати. Кстати, нам надо посмотреть, сколько. Блин, сколько там один отряд поубивал этих ребят. Смотрите, пешком ходят, ёптать, они что, прогуливаются? Туда-сюда, обратно.
Жестокая битва. Ну ладно, мы их не догоним. Первая победа, господа. Наш было 1797, их было 3317. Жнецы рассвета. Имнахар 5 ранга побежден нашим Владиславом 4 ранга. И мы его полностью, Вася, просто уничтожаем. Это просто невероятно, ребята. У нас есть шанс молниеносно сделать контратаку, как в свое время сделала Красная Армия, да? Не знаю. Также, кстати, на запад. Противник погибает в битве. Битва Карсик. Первая победа. Я надеюсь, наш Владислав... У него, кстати, новое окружение. Боевой дух плюс 10 на своей или союзной земле, подчиненным войскам. Это просто превосходно. И да, у нас Владислав... У него теперь 5 ранг, господа. Кровавые лебеди. 5 ранга. 3 ранга, вернее. У нас и... Военные традиции и, конечно же, наш полководец Апнус. Доход от налетов. Здесь у нас что у нас здесь есть? Пища, пища. Хитрость, стоимость строительства. Надо такое усиление натиска. Плюс 4%. Стоимость найма плюс 6%. Да, это у нас подчиненные войска. Натиска чего? Всех войск, что ли? А как сюда добраться-то? А, вот так вот, понял. Вот через это и через это, да, получается. Скорость перемещения в морском бою. Нам придется все-таки изучить одну из двух. Да ладно, давайте. Блин, я не знаю. Блин, я не хочу, если честно. Я хочу ему хитрость вкачать. Ворон. Хитрость, кстати, чем больше хитрости, ребята, защита. Ну, тем больше у нас защита получается. А защита ближе к бою для отряда полководца, стоимость обслуживания минус 4 веренной провинции, стоимость содержания минус 4 всех войск, подчиненные войска, господа. Поэтому давайте ворона ему вкачаем. А там дальше уже авторитет ему. Так, накопление усталости минус 10%. Прекрасно. Хорошо, военные традиции. Так. А, кровавые лебеди, мне нравится это название, господа. Боевой дух в лесу, шанс на успешную засаду. Здесь у нас запас плюс 2%, опыт. Боевой дух в битвах с римлянами. Пока что я с ними еще пока что не сталкивался, но в будущем мы с вами этот навык прокачаем. Боевой дух противнику минус 4 этот регион. Ох ты, минус 4 этот регион, это просто жесть. Так, а здесь что у нас получается? Опыт новых отрядов. И, дорогие друзья, здесь у нас получается сплоченность плюс 3 при налете. Доход от налетов плюс 12%. Давайте ему лес так, пока что вкачаем, да? Богатство, лес. Давайте лес пока что. Партизанская война. Боевой дух плюс 6 в лесу. Шанс на успешную засаду плюс 10%. Я же тебе хитрость вкачал. Владик, ты че, Вася, просто берега попутал, что ли? Так, ладненько. Хорошо. В принципе, мы можем их добить и забрать этот город, ребятки. Я не знаю, будет ли это красиво или нет, но... У нас хватает бабла. У нас есть баллиста. И мы сможем, я думаю, это сделать. Мы сможем, ребятки, это сделать. Минус 1508. Нам надо... Забрать их город, их женщин и детей, господа. Мы просто их шатнем. Мы возьмем и шатнем. Поехали, Вась. Так, ну что ж, господа, давайте расставим своих бойцов, как говорится. Так, наш царь, генерал, король всея Руси. Он будет стоять позади, конечно же, управляя своими войсками, ибо без него мы точно не победим, если его убьют. Так, хорошо. Здесь вот, в принципе, по бокам можно еще поставить вот таких вот копейщиков, потому что у врага есть кое-какая конница, и эта конница нас просто-напросто переубивает. Так, мы, я так понимаю, будем переходить в наступление, да? Так, нашу конницу тогда в лес оставим. Наемную. Нам надо потом их полностью распустить. Ну и, конечно же, свои баллисты тоже, ибо за них мы будем платить огромное количество ресурсов. Так, разведчики, вперед! Встали здесь. Мы уже видим врагов. Отправляем своих бойцов вперед. У врагов подкрепление. Да ладно.
Неужели? Может быть, мы попробуем убить вражеского полководца? У них вроде бы там мало бойцов, ребята. Давайте убьем вражеского полководца. Где бы подкрепление еще? Посмотреть бы, откуда они идут. Вперед! Вперед! На бойцов! Отлично, хорош. Забираем их полностью. Так, пока что мы продвигаемся вперед, ребята. Давайте займем эту гору. Так, наши конницы, назад. Убиваем вражку баллисту, которых они спасли. Хорошо, конница сюда. Так, на полководца. Пошел обстрел. Давай, ребятки, вы сможете. Убить полководца. Так, вражеская конница уже подходит на помощь. Ну что, убьем полководца, нет? Да, они пытаются спасти своего полководца, но мы продолжаем свой натиск. Я понимаю, что мы, возможно, потеряем свою конницу, но, тем не менее, надо продолжать. Давайте отступим пока назад. Для следующего удара. При отступлении мы теряем своих бойцов, я в курсе. Так, наши воины уже бегут. Короче, убить полководца не получается, да? Продвигаемся еще вперед. Стреляем по полководцу. Ну что, баллисты, давайте. Вы сможете. Суть, они нас догоняют, да? Короче, не получилось реализовать это дело. Отправляемся вперед тогда своих бойцов сюда. Да, я короче, залажался, если честно. Убиваем вражескую конницу. Ай-яй-яй-яй, они отступают. Хорошо, конница назад. Так, нас уже обстреливают. Блин, вражеского полководца бы убить, а? Мы его сейчас хорошо так обстреливаем, ребята. Ну, я не знаю, достаточно это, недостаточно. Так, эти ребятки уже... Так, канорезы. У нас же есть канорезы, я же про них вообще забыл. Отправляем их вперед, назад. Сюда. Смотрите, какой хитрый вражеский полководец. Он пытается сбежать, он пытается слизнуть просто. Догоняем. Так, нашего полководца стоим. Ставим его сюда. Пытаемся убить его. Застрельщиков сюда. Вот сучонок, а, полководец вражеский. Смотрите, как он круги рисует-то. Так, ладно, хорошо, я понял, в чем прикол. Они просто нас выматывают, ребятки. Зря я, конечно, свой конь сразу слил. Расстреливаем. Канорезы, вперед! Так, хорошо. Вперед! Вот они, яростные ребятки. Пошел. Давайте, канорезы. Ломаем их. Но вы должны их сломать. Ну, давайте. 40% атаки. Смотрите, как они работают, ребята. Дамаг просто жесткий. Отступают они. Догоняем. Так, хорошо. Отступаем сами. Бойцев сюда, наши полководцы сюда. Что-то мы прям рассредоточились, да, во все стороны, если честно.
Как они умудрились напасть? Они стреляют. Давайте. Так, канарезов уже начинают обстреливать. Убить вражеского полководца. Пошел. Наши остались без снаряжения. Убить вражеского полководца. Пошел. Вот это у него обызгла... Охереть! Они жесткие. Ребята, посмотрите, что происходит. Вот это гребаная жесть. Обалдеть просто. Так, ладно, убить мечников. Догоняем этих бомжей. Да, они отступают. Все. Жесткая битва. Ах, кирдеть просто. Вот это эпик. Они бросают оружие и бегут с поля боя. Так, я не знаю, что теперь, грабить, не грабить. Славьте богов, мы на пороге победы. Очень много ошибок я допустил. Блин, жаль, что я свой конь так быстренько слил. Но, с другой стороны, они нам не нужны, ребята. Мы их должны уже распустить. Потому что за их, как говорится, содержание мы просто тратим огромное количество денег. Кстати, нас там кто-то отравил нашего полководца. Ладно, пока он не умер, ребятки, давайте завершим этот бой. Так, нас было 1905, их было 1325. Полностью мы их почти уничтожили, да? Молоты донора. Какой ёптать! Давай, до свидос. Но Владик вообще разошелся в последнее время. Так, ну что, входим. Забираем этот город. Город бывших союзников, ребята, теперь переходит к нам. Хотя мы можем им вроде бы передать этот город или что. Ну-ка давайте посмотрим. Освободить, оккупировать, разграбить. Разрушить даже мы можем. Оккупировать, разорить. Давайте оккупировать. Нам нужны такие города. Ух ты, вот это жестяк. Распускаем баллисты. Смотрите, за одну баллисту, ребята, 969 золотых монет. Конечно же, распускаем. Так, конницу тоже распускаем. Ну его нафиг. Ну это же классно, вы посмотрите. Сейчас ремонт, походу, мы столько денег потратим. Так, заброшено, заброшено. Мы, ребята, новые рубежи с вами открываем. Мы уже... Так, знаете, яростно продвигаемся на запад, но с другой стороны нас попытаются забрать. И наш город, кстати, здесь нам бы не помешало нанять еще одного. Вот пополнение, кстати, патрон. Богатство плюс 10 от культурных построек, богатство боец. Давайте патрона возьмем, да? Здравка. Создаем новую армию. Противник погибает в битве. И можно, в принципе, потихонечку канарезов нанять. Ну и просто копейщиков, да? 10.76, 213. Так, ну что ж, пока что вроде бы все хорошо. Мы справляемся, ребята. Мы ни одно поражение еще не потерпели. Это вообще, мне такого вообще в жизни никогда не было. Ни в какой компании. Никогда, повторяю, никогда. Но, по всей видимости, надвигается беда. Опять Рима стихами начинает делать прохождение. Это, конечно, всем на удивление. А дальше что-то у меня прям мозги уже этот. Короче, ладно, ребята, всем пока. До скорой встречи. Это была очередная серия Attila Total War. Кстати, что у нас здесь? А, мы можем еще назначить еще одного губернатора. Ну-ка, давайте посмотрим, кого мы можем здесь назначить. 5. Мы одного человека можем назначить. Государственный деятель. Поехали. И делаем переселение. Конечно же, переселение. Все. Всем удачи. Кстати, там санитарии проблемы у нас в этом новом городе. Вот так вот, да? Спотишка забрали город-то. Бывший город наших союзников. Это только Римас может так сделать. Ай, какой Римас, ты плохой. Ай, давай, до свидания.